Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с Монопикселемон. Добро пожаловать в наш пятый сезон, в 64-ю серию, что ли? Да, веб-камера, я знаю, ребята, потому что вы меня уже задрали с этой веб-камерой. Сними с веб-камерой, я, если честно... Я не люблю снимать с веб-камеры, в принципе, я не знаю. Но мне кажется, что я не выгляжу хорошо на веб-камере, поэтому я как-то не хочу, в принципе, с ней снимать. Но вы меня уже достали, поэтому я и решился. Но все же, ребята, я сделаю в группе специально для этого опрос. Хотите ли вы видеть серии Пикселемона с веб-камерой? Потому что, если не хотите... Какой нахрен смысл, да, тогда вообще вот это делать? Если там наберется достаточное количество голосов для того, чтобы продолжать снимать серии Пикселемон с веб-камерой, то тогда можно будет. Если не наберется достаточное количество голосов, то, в принципе, я извиняюсь, но нету никакого даже малейшего смысла. Поэтому, ребята, ссылочка в описании, заходим в группу и голосуем. Хотите ли вы увидеть камеру или нет? Ладно. Что мы сделаем сразу же сейчас? Нужно дочарить наши крылья. Ага. Тут еще, ребята, нужно несколько уровней. Ну ладно. Тогда вот это хотя бы, да, возьмем. Это типа еще быстрее, да, походу? Я не знаю, честно. Кстати, вот что я уже наконец-то себе сделал. Нормальное такое количество вот этих глиняных хреней. Вот это золотое. Какое золотое? Зеленые, красные и голубой, для того, чтобы дать что-то, для того, чтобы уже наконец-то сделать себе те вещи, которые, в принципе, нам нужны, да? И это как раз мы сейчас и, наверное, будем делать. Плюс к тому, я в этой серии добавлю 3 человек в музей. Если честно, да, то мне уже тоже начинает казаться, что уже мы потихоньку притихаем с музеем, потому что... Серии так 30 назад, он, в принципе, уже прям заполонил нахрен вот этот весь сезон, что мы о музее разговаривали практически 70% целой серии, да, но сейчас уже более-менее меньше. Так, это можно выложить. Что еще можно выложить? Еще вот это можно выложить. Там босс. И, в принципе, все, да? Нет, вот что еще. Вот это выложить. И вот это выложить. Вот сейчас уже все. Сколько там у нас в арбу? 354, да, не скажу, что много. А чё я без шейдеров гоняю? Я что-то как-то забыл, если честно. Дратини. Потому что меня уже из Дратини достали. Дратини и Риолу. Вот так. Пока еще ночь не наступила, мы можем быстренько сбегать в какие-то вот сюда, допустим. 1308, хотя... Минус ТП минус 2375 1300. Твою мать. Вот так. Да, это вроде еще больше. Или это больше? Нет, это быстрее типа летает. Повторное использование быстрее. Фу. А я не знаю вообще, где спамится вот это... Extreme Hills M. Вот тут спамится Entei. Вот нужно запомнить. Именно вот... Вот тут нужно запомнить, что спамится Entei. Манферно, ни хрена себе, приветики. Приветики, Манферно. Там еще и босс... О, нифига себе, самый лучший босс перед нами заспамился. Экспешер, пожалуйста. Как нам его убить? О, нифига себе, хорошо, что ты убежал. Так, иди сюда. Ух, ребят, не смотрите, что я уставший или синяки под глазами, потому что я реально сегодня прям... Ну, вы поняли. В принципе, сейчас уже поздно, но я все же решил для вас серию еще одну сделать. Ну, то ты Я тебя не буду отпускать нафиг. Но ты, походу, сам убежишь. Не убегай, пожалуйста. Фу, отлично.
Ни хрена не выпало. Жадина. Так, ладно, Манферна, мы тебя не будем трогать. Риулу тут нету, поэтому давайте в эти горы пойдем. Где я их видел? Ребята, где я видел вот эти горы? Вот они. 1260, 900. 1250, короче, 105, 900. Да, вроде правильно. Смотрим, смотрим на карту. Вдруг, вдруг Риолу. Потому что меня уже достали нафиг с этой Риолу. Слави Риолу, слави Риолу. В принципе, так же, как и с Дрейтини. Но я согласен, что словить нужно. Но, если честно, я не очень так рыпался для того... Не рыпался ловить Дрейтини, потому что... Опять нахрен 60 уровней качать как-то не очень хочется. Вы знаете, что... Мы только с той нахрен Ларвеста уже напарились. Из Метагроссом тоже, но с Ларвеста еще нахрен больше. Ладно, тут уже никто не спавнится. Куда бы нам пойти? В океан можно пойти за двумя вещами. Нет. ТП, точно. Ребята. Я с предыдущей серии спрашивал, как делается удочка. Я, если честно, забыл, что я пару сезонов нахрен назад уже ее делал, поэтому я извиняюсь. Но там вроде палка, нить, и потом еще вроде покебол. Это кто у нас? Вроде так, но я не знаю. Ну, нить у нас вроде должна быть, да. Обычного покебола нет. А, нет, есть, круто. Сейчас, секунду, ребята, дайте я найду палки, если они у нас тут есть. А, их у нас нету. А, поэтому валим отсюда и идем на кухню. Кстати, девушки, которые смотрят, поздравляю вас с прошедшим. В принципе, 8 числа я не мог поздравить, потому что серия уже как бы была записана за какое-то время назад. Поэтому я прошу прощения, но поздравляю вас сейчас. Как это нахрен делается? Хоть убейте, я... А, вот. Old Rod. А если, например... Не, ну, в принципе, походу, только с обычным. Во! Так, во-вторых, координаты, вот они. Идем в наши джунгли. Я же говорил, что в джунглях мы, в принципе, можем сделать маленький домик. Для того, чтобы на пляже у нас мог заспавниться и Суйкун, сзади могла заспавниться Мью, спереди могла заспавниться Лугия и Кьолга. Наверное, при этом это сделаем, только дайте я посмотрю, в какой стороне. Ага, ну полетели. Сейчас как раз ночь. Мало того, что мы будем и ловить покемонов, и прокачивать наш орб, так может еще один из четырех каких-то легенд... Ну хотя бы надумает заспамиться. Кто-то меня тут слышит с легенд. Ну пожалуйста, хотя бы надумайте заспамиться. Так, я правильно лечу? Вроде правильно. Никто. Мью, нет. А хотя бы то, что я нахрен вспомнил. Это же не океан. Это же просто огромное море. Да не море, а озеро. Тут даже нету джангл, тут даже нету... Хотя вроде океан может и быть. Ривер океан. Океан Дипа вроде не будет. Бич, океан. Вроде океан Дипа, ребята, даже тут не будет. А если его не будет, значит вообще ни малейшего смысла нету. Это у нас кто? Я. Покеспаун, как он пишется? Суйкун. Суйкун. Вот он! Не зря мы сюда пошли. Будь где-то тут, пожалуйста, только не пропадай.
Фералигатор, где? Была бы сигаретка, я бы закурил. Ну ладно, зато чайчик за это выпью. Я прямо чувствовал, что нужно с камерой делать. Видите? Видите, ребята? Дело с камерой. Пум. Суйкун нахрен заспамился. Круто. 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 Я вообще даже не ожидал нафиг. Вот это класс. Я шел сюда смотреть, если тут океан Дип. А у нас Суйкун заспавился. Еще лучше, согласен. Да, давай, еще вылазь Мью, и все. И у нас будет зашибительская серия. Если еще и Мью вылезет. Не, ну прикиньте, прикол, сейчас она вылезет. Это будет круто, круто, круто. Ладно. Пока... Это кто у нас там? Ага, пока у нас ночь. Это что, лава там? Или это... Нет, это лава. Пока у нас ночь, и, в принципе, мы находимся возле джунглей, давайте половим, вдруг кого-то нормального выловим. Рыбалочка ночная. Вот твою нафиг. Так, ладно. Рыболовка. Рыбалочка, рыбалочка. Ладно, ты пока половись. А, в конце серии мы пойдем, в принципе, добавим Magikarp. Добавим несколько людей в музей. И знаете, у меня есть идейка еще какая. Я хотел это сделать в этой серии, но сейчас эта серия уже Суйкун своим пришествием перевоплотила все название серии, все планы серии. В честь 8 марта я хотел... Ремурейд. Ну, я уже себе поменял, ребята, да, я уже словил Ремурейда вместо второй эволюции Октай или какой-то там хрень. Знаете, что я хотел сделать? В честь 8 марта, то, что я, в принципе, не успел 8 марта, потому что я уже объяснял, почему, потому что серия уже была записана до 8 марта. Я хотел, типа, знаете, всех девушек, которые есть в музее, перекинуть на Иви. Ну, почти всех, потому что там не хватит, мне кажется, Иви. То есть, знаете, девушек там, которые есть в музее, как бы из таких покемонов, как там, я не знаю, Диглет нахрен, или еще какой-то покемон, перекинуть на Иви. То есть, знаете, из таких грубых покемонов перекинуть на девчачьих, такие няшные покемоны, да? И, в принципе, я это хотел сделать, но в этой серии мы уже это не сделаем, а, наверное, сделаем в следующей. Поэтому готовьтесь, девушки, мы идем за вами. Ну что, давай ловись, сколько там... я не могу вроде поменять. 349. Ну, ладно. Ладно, не нужно на меня кричать, что вот ты медленно качаешь орб, потому что сейчас похрен. Мы думали, что следующая легенда у нас будет Забдос, а у нас оказался Суйкун. И это... Вот, это нужно заскринить, ребята. Это нужно нахрен заскринить. То, что Суйкун заспавился. Фу, Ремурейд. Чё-то нахрен только вот эти Ремурейды, как я заметил. Даже Magikarp и то... О, ну ладно. Вспомнил и сразу заклевало. Сколько? 9. В принципе, мы даже себе рыбку добиваем. Это тоже охрененно. У меня там случайно не написывали... А, нет, не написывали. Нормально. Мью. Если ты не в курсе, то мы тут на пляже. Давай вылезай. Так, Magikarp. Да пофиг, то есть вот так порыбачим, рыбочку половим. Еще и за Мью понаблюдаем, еще и орб прокачаем. Ну да, вот так нельзя. А, или можно, хрен его знает. И в принципе, если еще останется время, уй, то мы пойдем в Шайни. Твою мать, я чуть не пропустил. Ну у нас же есть один уже вроде.
Вроде нужно два, что ли, хрен его знает. Ладно, пойдемте попробуем, ребята, его словить. Если... Да, вот он, я... Ой, вот он тут, я его вижу. Так, ну давайте. Левел булом. Я просто думаю, знаете, Суйкуна заменить на Грудошу. Ну, Грудоша, в принципе, наш тащер, качает нас всех, поэтому... Я не знаю, сможет ли Суйкун. Ну, сейчас пойдем домой, посмотрим хотя бы, кого мы словили нахрен, да? А где мы его словили? Нужно запечатлить вот это место. Вот где-то мы его вот тут... Хрен его знает, но где-то вот тут, приблизительно. Я не говорю, что точно. Вот, прогружайтесь там. А мы Мью подождем, да? Может. Так, ладно. Потопали, ребята. Короче, хватит уже. Потопали быстро домой. Фух, серия, можно сказать, в какой-то степени удалась, потому что Суйкун это вам не траливали. Это нормальная легенда. Так, Суйкун, вот он. Суйкуша. Так, ой, что я сделал нафиг? А, вот. Раш? Ни хрена себе. Да. Атаки у тебя, конечно, фуфло, но... Ну, норм, да. Ну, пока что мы тебя не будем брать, потом, может, если атаки тебе поизучаем, да, но сейчас нет. Ну, что мы словили нахрен легенду? Вообще, самая какая-то неожидаемая серия, и веб-камера, да, и легенда нахрен появилась ниоткуда. Печеньку берите, не забываем, ребят, печеньки брать. Так, это сюда, пускай это все жарится. Фух, дальше. Это сюда выложить. Нормально. Ну, что еще хотел? Так, ладно. Гейммод. Гейммод я включаю для того, чтобы посмотреть, как делается хрень с этого мода. Только нужно еще его найти. Вот он. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Сейчас, ребята, просто ищу, где это вообще находится. Вот, печеньки. Синие, красные, красные. Нужно запомнить. Синие, красные, красные, зеленые, зеленые, зеленые. Это тут делается или это вроде вот тут? Синие, синие, синие. Красные, красные. Вроде вот так. Зеленые, зеленые, зеленые. Да, печеньки. Зашибись, что у нас дальше есть. Я не беру ресурсы из гейммода, ребята. То есть вы видите, что я свои сейчас ресурсы даю. Я просто смотрю крафты, потому что я вообще в этих крафтах. Да нахрен никто в этих крафтах не шарит. Там же тупо с этой глины все делать. А вы сами видите, что это тут. Охренеть, как искать нужно. Sword Ground. Где находится нахрен вот эта фигня? Где нафиг находится... О, я еще вот это хочу. Sunwall. Sunwall, Sunwall, Sunwall. Это, в принципе... Уже забыл нахрен. Надеюсь, что вот... Да, вот так. Это можно три штуки сразу сделать. Вот так, зашибись. И как делается вот эта хренотень? Шип. 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 Вот. Шип in a battle. Тук-тук-тук-тук-тук. Ага. Тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Во. Зашибись. Потоп. Ой, это кто у нас? Легендарный босс. Я надеюсь, ты нам если ты нам экспешаешь дальше, это самая лучшая серия в мире будет. За все времена. Фу, ну чё, Сизер.
Попади хотя бы. Норм. Драудоша, не подведи. Зачаруй как-то хотя бы это Спирова, чтобы он нам экспешер дал. Пожалуйста, ребят, скажите, дал ли он нам экспешер или нет? Да-да, нет, я смотрю. Паскуда. Ладно, там еще один босс, второй шанс. Ищу легендары, ни хрена себе легендарные разошлись. Так, ой. Еще только нахрен слипается. Я спать реально уже хочу. Ну ладно, сейчас мы уже это заканчиваем. Сколько там осталось? Уже в принципе заканчивать можно. Ну, нормально, нормально. То есть у нас осталось два. Мы сейчас Spark Ball потратили на Суйкуна. И Master Ball у нас остался на Забдоса. Ой, нафиг. Задумался. На Забдоса. На Мью. И все. А сейчас мы выбили еще один Master Ball, то есть уже на Забдоса, на Мью и, допустим, Кьогра, да, потом еще Селеби, Лугия, Мьюту, если мы будем клонировать, еще три нужно. А Райкваза вообще нахрен, наверное, не справится, как и в предыдущей серии, как в предыдущей версии с этими лагами, багами. Ух, тут нахрен шейдеры нужно вырубать возле музея, тут уже апокалипсис начинается с этими лагами. Поэтому еще 4 где-то нужно. Фу, ну чё, давайте сразу приготовим, ребята, для девушек наших любимых, что тут у нас будут стоять они, няшных Иви, по их мнению. В принципе, по всех мнению, наверное, Эспион. Зашибись. Эспион, Гласион. Желтион у нас еще есть. Не жёлтый он, а жёлтый он у нас еще есть. Вапорион у нас еще есть. Кого у нас нету? У нас нету Флариона, у нас нету Амбриона. Лифион. Потом, если места не будет хватать, куда-то, я не знаю, сюда перенесем, что ли. Тогда еще двое, да, Эспион и Флорион. Вроде и все. Так, ладно. Трех человек, быстренько, чтобы не затягивать с этим музеем, трое человек. The Mr. Dingo у нас возвращается в музей, потому что он вылетел, но как бы опять какой-то или баг, или я просто не заметил то, что я написал и его имя, мне показалось, что он уже не комментирует сколько-то там серий, знаете, подряд, а он оказывается комментировал. Поэтому извиняюсь, ты у нас с Кранидоса переходишь на Пичу. Может ты рад, может ты не рад, если нет, то тогда скажи, сейчас, ребята, я поменяю вот тут, то ты тогда скажи, а я потом обратно тебя поменяю на Кранидоса. Так, ладно, ты у нас идешь на Пичу, сейчас, секундочку, ребята, еще, потому что мне, в принципе, тут нужно поменять, у меня же все тут записано, знаете, чтобы потом не попутаться. За Мистер Динго на Пичу, но у него вроде было не за Мистер Динго, ой, а просто вот так. Зашибись, дальше кто у нас по списку идет? Родион Кузьмин. Поздравляю, ты у нас попадаешь на Донфана, Родион Кузьмин. Вот так, так, ребята, сейчас, секундочку, еще Донфан вот сюда. И последний, это у нас Ксюша Ахунова. Или Ахунова, или Ахунова. Ну, ребят, я прошу прощения, я извиняюсь, но извиняюсь, если я читаю ваши фамилии неправильно, потому что я просто представления не могу иметь, как они читаются. Она сразу у нас, если это девушка, сразу попадает на Иви. Тут этот вылетит с Иви. В принципе, этот тоже. Ульянов останется. Этот вылетит. Ну, в принципе, да, нормально будет. Для Иви мест. Uncommon Boss. Не. Ну, все, ребята. В принципе, давайте уже на этом тут и закончим. Прямо вот тут. Фух. Суйкун, Master Ball, веб-камера, тройной лайк, да, если бы можно было. Все, ребята, на этом уже, в принципе, ух, голова, ухо, все запотело, нахрен болит.
Это может, в принципе, давайте заканчивать, ребята. В группе голосования, если вы хотите, чтобы Пикселемон также продолжался с камерой, как сейчас, то, в принципе, заходите, голосуйте, я, в принципе, постараюсь играть с веб-камерой. За сегодняшнюю серию, можно сказать, в какой-то степени даже извиняюсь, потому что я реально сонный, усталый, может, говорю, даже мешки под глазами, но потому что я усталый просто. Но все же я решил для вас серию записать, и, в принципе, серия даже удачная получилась. Поэтому, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.